преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне почтили память героев. В Парке Победы представители городской и районной администрации, ветераны, депутаты, военнослужащие и горожане возложили цветы к вечному огню. Участник Сталинградской битвы бились с фашистами как могли. Разломили Паульса. С этого дня началось освобождение нашей Родины. Когда был День Победы объявлен, это народ валом шел. Там ничего, там все были, никаких там этих машин, никаких подвод, никаких. Обнимались, плакали. У нас здесь собрались не только жители Советского района, а к нам приехали в гости наши друзья, наши коллеги, наши соратники. Это жители Волжского района, это жители города Кинеля, это жители Кинельского района, которые приехали с нами почтить память тех воинов, которые воевали в 41-45 году, возложить цветы к нашему монументу славы в нашем таком замечательном Парке Победы. Продолжилось торжественное мероприятие праздником. Зайдя сегодня в Парк Победы, можно оказаться в самой настоящей машине времени. Здесь и боевая техника, и военная кухня. Все под любимые военные шлягеры. Все это праздник «Весна Победы». Для гостей и зрителей подготовили много тематических площадок. На каждой свои конкурсы. У полевой кухни, например, за звание лучшего кашевара сразились команды со всей Самарской области. Работали интерактивные площадки «Военный привал» и «Звонок. Военное прошлое». Мастер-классы по изготовлению открыток. За песни и музыку отвечали участники конкурса «Виват Россия» и государственный ансамбль песни и танца «Волжские казаки». Ольга Волкова, Константин Головин. События.